минулом годе, когда спортивное свято отбылось у першиню, удел у им приняли около 900 человек. В отгуки были становчие, и сюда это на споборництво вышли больше як 1500 удельников. За перемогу змагались команды у всех 14 правоохранных ведомств, которые уваходят у состав спорттовариства «Динамо», а так само дружины партнеров свято. Организаторы постарались сдивить колькостью и оригинальностью споборництва. Удельники так само подрыхтовались. Надеемся только на победу. Мы будем участвовать во всех конкурсных соревнованиях. И я думаю, победа не пройдет мимо. После урочистого открытия и показательных выступлений у супрацовников АМАПу, МНС и Департамента аховы стартовала споборницкая программа. Первым у списке был конкурс «Заби цвик». Свои здольности тут демонстрировали начальники ведомств и их наместники. Лепший час показала команда АМАПу. На другом месте керовник войсковой частки 55-25. На третьем управлении Департамента выконания покараний. Далее у всех собрала пляцовка, где проходила эстафета. Самыми спрытными были супрацовники мытни. Яны худшие за всех переодолели усе 5 этапов. Оказалось, что приехали яны подрыхтованными и у своей перемозе не сомневались. Отличное мероприятие. Мы тем более только что вернулись с республиканского туристического слета. Там тоже себя хорошо проявили. Вот, я думаю, атмосфера у нас сохранилась. Мы ее с собой привезли. Здесь ее приумножим и будем все отлично проводить время. Дитячие десятиборье, перетягивание лины, распиловка и штурхание бервенев, кидание валенков и яек, стрельба с пневматичной винтовки и шмат иншага. Прикласти свои силы и умения было где. Боротьба кипела на всех пляцовках. Дух суперництва не только не перешкаджал, але наоборот спрыял створению сябровской атмосферы. А это и было одной из головных мет свята. Сегодня мы собрали всю нашу большую семью правоохранительных структур. И я думаю, что вот эти мероприятия еще раз указывают на сплочение коллективов, на сплочении семей, порешать где-то какие-то проблемы служебной деятельности, личной, бытовой. И таким образом, будем говорить, здоровый образ, здоровое общество и здоровая наша Гомельская область. Другий год запар семейно-спортивное свято здоровья оправдывает шакань организаторов и удельников. А это значит, что новая встреча отбудется обовязково и будет не меньше цікавой. Максим Савин, Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».